Медосмотр для московского «Спартака» наконец завершен. Второй этап прошел в четверг. В Центр физической реабилитации прибыли легионеры красно-белых. Накануне они уже провели первую тренировку. Теперь уже россияне отправились тренироваться, а иностранцы проходить обследование. Для Эйдена Магиди это уже далеко не первый медосмотр в «Спартаке». Вот фотография, которая свидетельствует о том, что он уже был в этом медицинском центре вместе с командой. А вот и он сам. Демонстрирует мастерство, которое совсем скоро ему пригодится на сборах, а затем и в матчах третьего круга. А Марик Сухи, пользуясь случаем, еще и пригласил всех спартаковских болельщиков на футбол. Ведь весной в чемпионате России начнется самое интересное. А потому незачем тянуть. Нужно поддержать любимую команду с первой же игры против «Рубина». Будем надеяться, что болельщики будут болеть за нас. Мы будем хотеть играть хорошо, чтобы всех на стадион пригласили болельщиков «Спартака». И думаю, будет этот полгода очень интересный, хорошие игры будут. А завтра в Сокольниках команда проведет тренировку уже в полном составе. Вечером того же дня «Спартак» отправится на свой первый зимний сбор в Эмираты.